Почти три века на страже закона. В январе 1722 года указом Петра I установлены должности генерал-прокурора и обер-прокурора. С этого дня и ведет свою летопись прокуратура России. Охранять законность и правопорядок – главная и наиболее ответственная задача органов прокуратуры. Укрепление государственности, защита прав и свобод каждого гражданина, строгость и беспристрастность – вот базовые принципы, которые исповедует российская прокуратура. Доверие населения, жителей Чувашской республики к органам прокуратуры, к органам правоохранительной деятельности с каждым годом улучшается. Вот это самый важный, главный показатель, о чем говорит и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это, во-первых. Во-вторых, вот это доверие сохраняет стабильную общественно-политическую ситуацию на территории Чувашской Республики. Только по итогам прошлого года на территории Чувашской Республики почти на 12% снизилось количество правонарушений. Стало меньше тяжких преступлений, краж, грабежей, разбоев и вымогательств. Все это заслуги людей в синих мундирах. Наша республика вроде бы и отличается спокойствием. В этом плане у нас не было террористических актов в том понимании, как они проходят вот в настоящее время за границей. Но для этого делается очень много со стороны как органов власти, так и со стороны органов прокуратуры. За верность закону, за безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации, за заслуги перед Отечеством. Такими знаками отличия наградили работников прокуратуры нашей республики. Медаль Руденко и ветеран прокуратуры также нашли своих героев. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Игорь Зверев. Республика.